қозғанын, білмей қалдым, сезімей қалдым. Еш ғымырымның қозғанын, білмей қалдым, сезімей қалдым. Еш ғымырымның қозғанын, алай жолының тозаңында қалды менің ізлерім. Он увековечен в книге «Корреспондент зоны». Две страницы посвящено этому человеку. Рафаэль Шапира работал в Израиле журналистом на радио «Свобода», в Мюнхене диссидентской газете журналист известный. И я долго тоже искала следы героев. И мне повезло, я нашла Ирину Сахут, она оказалась племянницей, отправила ей портрет. И она прилетела из Израиля в Будапешт с нами. Ирина Сахута. И татары венгрии. Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги. Ну, для нас особенно волнительно сегодня присутствовать здесь, в Музее истории ГУЛАГа, в связи с презентацией книги нашего отца. И я хотел бы начать с благодарностей. Я очень благодарен и Музею истории ГУЛАГа за эту инициативу. С чего это все началось? Я познакомился с директором музея, уважаемым Романом Романовым, в Берлине на одном из мероприятий, проводимых обществом «Мемориал». И на этом мероприятии как раз я говорил о романе Аяза Гилязова «Давайте помолимся» и о судьбе своего отца. Это было мероприятие, организованное «Мемориалом», такое специфичное, посвященное детям ГУЛАГа. И Роман Романов предложил провести эту презентацию в стенах Музея истории ГУЛАГа в Москве, с чем я, конечно, с удовольствием согласился. Я очень благодарен Евгении Петрухиной за ее активность и за ее инициативу также. И вот мы здесь. Ну, с чего я хотел бы начать после этой преамбулы. Мы приехали сюда, чтобы рассказать вам о человеке и его книге, о человеке, который, может быть, не слишком еще хорошо известен русскоязычному читателю, но очень хорошо известен читателю татароязычному. Ну, для фона здесь как раз пойдет сейчас сюжет о нашем отце. Отец наш оказался одной из жертв последних волн репрессий. Вот. Он родился в 1928 году. И вырос он в обычной татарской деревне, в глубинке. Затем, впоследствии, после уже окончания войны, он после некоторых лет, нескольких лет мытарств, поступил учиться в Казанский университет. И в марте 1950 года он был арестован. Я немножко нервничаю. Ему было 22 года. Представьте себе, да? Вот. И он больше 5 лет провел в лагерях. Это самые прекрасные годы юности. Он освобожден был в 1955 году. И вот что эти годы значили для него? Вы знаете, у нас иногда в шутку некоторые писатели называли его тюремщиком. Вот. Но наш отец, он, в принципе, никогда не позволял себе такого, чтобы вот мы почувствовали это его прошлое. Знаете, он всю свою жизнь носил это все в своем сердце, в своей памяти, но он никогда почти нам об этом не рассказывал. Вот. Вот представьте себе, писатель, который написал очень много прозаических произведений, очень много пьес,
Достаточно успешный писатель, человек, который был признан своим народом. И, кстати, переводился на русский язык, его книги издавались на русском языке и в Москве также, да? Он был лауреатом, и в том числе и государственной премии имени Горького Российской Федерации. И вот этот писатель, он всю свою жизнь носил это воспоминание о годах, проведенных в лагерях, в своей памяти. И он не мог об этом написать в советское время. Он не мог это опубликовать. И все это в течение 30-40 лет вызревало у него. Вот эта идея этого романа, и этот роман вызревал в его голове. Как, наверное, созревает любое литературное произведение. Но я не могу сказать, что он нам подробно об этом рассказывал, но у него иногда вот это всплывало. Какие-то вот мгновения, какие-то штрихи, какие-то детали, которые он пережил в лагерях. Например, при характеристике как какой-то национальности, вот он вдруг вспоминал, а вот японцы были такими, а вот эстонцы были такими, а вот украинцы пели такие протяжные песни, и так далее, и так далее, и так далее. Или какие-то вот буквально короткие эпизоды. Но это только какие-то только моменты. Он нам никогда не рассказывал подробно, так чтобы сесть и рассказать, вот как у него проходил его день в лагере, как он проживал вот эти все годы, о чем он думал. Об этом он нам, к сожалению, не рассказывал. Хотя я точно знаю, что некоторые, вроде бы коллеги и собратья по перу, его как бы провоцировали. Ты, наверное, уже написал об этом, ты, наверное, уже пишешь об этом. Вы понимаете, что в советское время это, конечно, было практически невозможно. Вот. И в конце концов, когда появилась такая возможность, когда уже рухнул Советский Союз, и интерес к этой тематике все-таки прорвался наружу, отец взялся за этот труд всей его жизни, и он написал эту книгу на татарском языке, она называется «Я из Братуха». И ну, это не совсем «давайте помолимся», это скорее можно перевести «давайте свершим молитву», вот. Ну, хотя по смыслу, конечно, то же самое. Вот. Но это роман, который, ну, я думаю, воспримется интересом любой читатель. И очень рад я, что он вышел на русском языке. Вот. И этот роман, он многослойный, многоплановый. Это роман, практически, это итог жизни, творчества нашего отца. Это роман размышления, это роман представления о судьбе татар, о судьбе конкретного человека в этом мире. Это роман воспоминания, он перемежается там сюжетом, не такой, чтобы от начала до конца идет, там он прямо с одной темы на другую перескакивает, вдруг речь идет о детстве, о детских его воспоминаниях, соседях, о этих прекрасных мгновениях детства, и вдруг он опять возвращается в лагерь и так далее. То есть это действительно очень интересно для чтения, это действительно очень познавательно для чтения, я считаю, что это очень полезно для чтения. Мы очень рады, что этот роман появился на русском языке. Я надеюсь, что он найдется у благодарного читателя. И очень надеюсь, что у этого романа еще хорошая судьба, хорошее будущее. И вообще, в татарской литературе по тематике ГУЛАГа, в отличие, скажем, от русской литературы, произведений не так уж и много, к сожалению, а может и к счастью, да? Но хотя, надо сказать, что судьба татарских писателей, она была также далеко не завидной. И в 30-е годы очень многие из татарских писателей были репрессированы. И послевоенные годы также. Последняя волна репрессий затронула многих. Но есть цикл «Колымаха Кейлера», «Колымские рассказы» Ибрагима Салахова. И есть роман Аяза Гилязова «Я не спрятала, давайте помолимся». Более детально и более вдохновенно, наверное, расскажет об этом романе и его роли в татарской литературе Милеуша Хабудинова как специалист. Я уж несколько эмоционально здесь высказал некоторые свои мысли, как сын Аяза Гилязова в первую очередь. Кратко только экскурс. Аяз Гилязов был в Москве.
когда вышла знаменитая повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Да. И сразу же улетели письма в Казань. Ура, наконец-то наступил мгновение, когда мы можем написать об этом. Он обратился ко всем, кто был в лагерях. Эти письма хранятся в архиве, и я ввела их в научный оборот в шеститомнике писем, дневников, неизданных произведений А.С. Гилязова. Однако вы знаете, что это потепление было недолгим, и потом Гилязов с горечью пишет: «Счастливые люди русские, у них есть Маршак, у них есть Твардовский, которые встретили и обняли Солженицына и сказали: ты написал литературное чудо». А его за повесть «Три аршина земли», которая получила вторую премию «Дружба народов», вызвали на площадь Свободы из трибуны Беляев, собрав комсомольцев, провел митинг, что в ряды татарской литературы залезли вредители, враги народа, и их надо изгнать из татарской литературы. Гилязов добился такой славы, что сам секретарь, глава республики, на съезде линчевал его произведения. При этом обкомовским критикам и цензорам было все равно, кто автор какой книги. Случилось даже недоразумение. Туфан Минулин написал пьесу «Конокрады», а я с Гилязовым в 1972 году переплавил по просьбе Салимжанова для Камаловского театра «Три аршина земли», пошел донос в обком, было написано: Гилязов ведет антисоветскую деятельность, написав «Конокрады», а Туфан Минулин «Три аршина земли». Вот так быстро вычеркивалась судьба писателя с литературной арены. Это было очень суровое время. И Гилязов тогда смог только сделать первый шаг к раскрытию этой темы. Он написал «Трехколесную тележку» о трагедии заключенных, о трагедии тех, кто остался дома. И, естественно, ему досталось. И он отказался от написания романа. Вернулся в 90-е годы. Параллельно Арпад Гонгоцы в 90-е годы тоже садится за письменный стол и пишет трилогию «Венгры в ГУЛАГе». Это же делает Рафаэль Шапира, герой романа, только в Израиле. Что двигало людьми, бывшими узниками ГУЛАГа? Почему в 90-е они сели за стол письменный? Потому что они снова почувствовали приближение тоталитарной эпохи и считали своим долгом предостеречь потомков, где бы они ни жили, в какой точке земли, что ужас, через который прошло их поколение, больше не должен повториться. Вот цель этих книг. Я нашла и рукопись Рафаэля Шапира в интернете, она издана 25 плюс 25. И третья часть этой книги, недописанная, к сожалению, совпадает с главами Гилязовской книги, так как они были в одном лагере. Это доказывало, что я двигаюсь по правильному пути. А сейчас я хочу слово передать другу А.С. Гилязову, Арпаду Голгоце, которого я разыскала. Они с Гилязовым провели 3,5 месяца в Октавских лагерях. А.С. Гилязов был бригадиром, а Арпад был художником зоны, так его величали. Узники знали А.С. Гилязова как Алексей, а Арпад, любя, уважая, называл хан Баты, памятуя о истории Чингис сначала, а потом хан Баты. Итак, слово передаем Арпаду Голгоце, если нам удастся соединиться. Я очень рад, это мне огромная честь быть участником такого праздника. 90-летие – это огромное событие. Одна только беда, что его уже нету с нами, нету живых. Он мог бы еще жить спокойно, если бы были одна водка. Я очень часто, когда один дома сяду, смотрю на его портреты и веду с ним диалоги, рассказываю ему о том, что он уже не успел пережить, мы уже расстались в начале 1954 года. И я не знаю о том, что с ним случилось, и он не знает, конечно, ничего со мной. Но тем не менее, он остался в моих воспоминаниях. Он стал и был моим другом, братом почти. Я очень рад, что с его сыном познакомился. И здесь в кругах я всегда чувствую себя как дома.
Жаль, что моя земля с ними. Спасибо. Ирина? Да, я слышу. Да, давайте, что вы испытали, когда прочитали главу о вашем дяде? Ну, я могу сказать, что у меня настолько чувства переполняли меня, и причем все настолько перемешалось в плане того, что, во-первых, это абсолютный шок и удивление, поскольку ну, с дядей Рафой я была очень близка. Это старший брат моего отца. У них достаточно большая разница в возрасте. Моему отцу вот, через 10 дней, даже меньше, исполняется 87 лет. Дядя Рафа давно уже ушел из жизни. И сколько бы раз я не обращалась к дяде Рафе с вопросом о том, что он мне смог рассказать о том, что ему пришлось пережить, когда ну, мне было, может так, лет 15-16, я ему задала вопрос. И никогда не забуду, поднятый палец сверху и почти шепотом произнесенная фраза: «У стен есть уши». То есть даже тогда он боялся что-либо рассказать. Если я что-то и знала, я знала только с рассказом своей бабушки. Это еще было в Баку, да. В Израиле вообще мы эту тему не касались. Ну вообще. И как-то так, ну вот, да, пережил человек достаточно серьезный отрезок своей жизни, достаточно сильные переживания, эмоции и так далее. Ну и не более того. И тогда, когда я получила по электронной почте некоторое количество времени назад вот от Милюши с вопросом о том, что не являюсь ли я родственником, не приходится ли мне родственником Рафаэл Шапира, я ответила сразу же. И то, что мне написала Милюша, для меня было шоком. И я в тот же день я пошла к отцу и рассказала ему о том, что вот пришло такое письмо, вот с таким вопросом, и человек занимается тем, что разыскивает героев этого романа, этой книги, что пытается доказать, что все те люди, все те персонажи, которые упомянуты в этой книге, они являются абсолютно реальными, не выдуманными, а реально существующими людьми. И все это, вот, когда я рассказала отцу, отец просто стал плакать, и был сам потрясен. И тогда, когда мне Миша прислала отрывок из романа, я прочитала, и, конечно же, ну, мозг, что называется, кожей вот почувствовала, настолько сильно это все подано, передано, что ты вот абсолютно ощущаешь и чувствуешь, и видишь и эту грязь под этими ногтями, и эту закопченную кожу, и пропитанную потом одежды человеческие тела, и то, как то, о чем написано вот в этих вот, там, полутора страницах о моем дядьке, что он пользовался огромным уважением, мы, собственно, об этом и знали. Вот это вот именно я знала, что дядя Рафа пользовался огромным уважением в силу того, что у человека было два высших образования, он был инженер-механик и был юрист. То есть он помогал своим, как это сказать, не сокамерникам, как это выразится, ну, людям, которые вот разделяли с ними вот тогдашнее существование, а он с ними. Он помогал писать письма, прошения о помиловании, пересмотре дела и так далее, и так далее. То есть вот это уважение, которое он снискал среди своих товарищей, своего окружения, об этом я была наслышана, это я знала. Но для меня было абсолютным удивлением, что было сказано то, что дядя Рафа был высокого роста, то есть он был исполином. Дядя Рафа никогда не был высокого роста. То есть вот просто то уважение, которое он снискал среди всех вот этих людей,
оно как бы его приподнимало, что ли, в глазах этих людей. Скорее всего, это будет так. И я бесконечно благодарна, Илюша, тебе. Я бесконечно благодарна Арпаду за ваш труд, ну, безусловно, самого Аяза, как говорится, это в первую очередь, что у человека хватило сил, смелости, дерзости и изложить это все именно так, как оно было в действительности. К моему великому сожалению, я вот только-только мне вот Рита преподнесла эту книгу вот сегодня. Я ее, я не знаю, буду ли я спать сегодня, но я начну читать эту книгу. Я просто с огромным трепетом и величайшей благодарностью ко всем вам, добрые люди. Вы делаете очень большое дело. Здесь находятся представители фонда ГУЛАГ венгерского, которому бесконечно благодарны венгерскому народу, который откликнулся на мой клич помочь нам эту правду донести до читателей всего мира. Коллизия ситуации заключается в том, что роман Аяза Гилязова был написан в 91-93 годах. Сначала татарский читатель познакомился на страницах толстого литературного журнала «Фазан Утвара». В 97 году вышел вариант романа уже отдельной книгой. При этом несколько тиражей официальных, неофициальных книга имела успех. Но не получалось Гилязову найти спонсора, так как изменились времена, экономическая ситуация, не стала госзаказа. Начали работу над переводом, работа не задалась. И когда я стала заниматься архивом Аяза Гилязова, то сразу же мы начали работу по поиску спонсоров. И здесь надо сказать спасибо нашему первому президенту Митиме Шариповичу Шаймиеву. Он нам выделил деньги. Долго искали переводчика, потому что я давала по одной странице перевести и отдавала отчет, что это непростая книга. Здесь надо знать очень много политических, исторических фактов и правильно расставить акценты. Очень сложный перевод. Это не деревенская проза. И нам повезло, что мы нашли Наиля Ишмухаметова. Он работал над переводом год, потому что когда он сделал первый налет третьей книги, я перевод развернула так, как я добивалась точности в переводе. Так вот трудно велась эта работа. Наиль Ишмухаметов за год перевел эту книгу, мы стали редактировать. Затем нужно было найти деньги на издание книги. И мне повезло, что нечаянно я неправильно нажала на клавишу компьютера. Я постоянно искала людей, которые соприкасались с Аязом Гилязовым. И вместо Голгоца набрала Галгоца, и родилось чудо. Я нашла на просторах интернета Арпада Галгоца, который поставил личный рекорд в переводе русской поэзии. Свыше 500 стихов. Поэмы Пушкина, крупные поэмы. У него лучший перевод Лермонтовского «Демона». Если вы заглянете в Лермонтовскую энциклопедию, то найдете его имя. Так высоко оценивают его русские литературоведы. Арпад Галгоца приезжал в нашу страну, был переводчиком спортсменов, но с него взяли расписку, что он не будет делать попыток найти друзей. Аяз Гилязов мечтал к 60-летию посадить за стол всех своих друзей-заключенных, чтобы посмотреть, сбылась ли их мечта стать людьми с большой буквы, если они окажутся на свободе. И так я нашла Арпада Галгоца. Казанский федеральный университет пригласил Арпада Галгоца 19 октября позапрошлого года. Он прилетел на презентацию первой главы книги в журнале «Аргамак». Мы познакомились, и я к нему обратилась с просьбой, чтобы он оказал поддержку в переводе этой книги на венгерский язык, так как он был живым свидетелем этих событий, и, соответственно, он может проконтролировать переводчика. Это очень большая проблема. Сегодня точно, аутентично перевести текст, так как многие реалии для молодых переводчиков не существуют. Вот Арпад Галгоца договорился с фондом ГУЛАГ. Венгрия отмечала год ГУЛАГа, низкий поклон фонду ГУЛАГа, Министерству человеческих ресурсов Венгрии. Они нашли в прекрасном
полиграфическом качестве. Наняли переводчиков, два переводчика работали, Юдит Вертыш и Андрес Шопрани. Да? Представляете, Андрес Шопрани был переводчиком Достоевского. Достоевский кумир Аяза Гилязова, и когда Гилязов написал повесть «Три аршины земли», другой наш великий маститый писатель Нурихан Фаттах, встретив Аяза Гилязова, сказал: «Ты станешь татарским Достоевским». Это на заре писательской карьеры. Андрес Шопрани был переводчиком Солженицына, и он решил изучить путь Шаламова Варлама. Приехал в Россию и прошел по пути Варлама Шаламова по лагерям. И нашел в Новосибирске свою любовь, преподавателя венгерского, и увез в Венгрию. И нам повезло с переводчиком, представляете, с таким колоссальным опытом лагерной литературы, и они совершили рекорд за такой краткий срок. 19 октября книга улетает в Венгрию, а уже в январе презентация. Таким образом, этим событием завершился год ГУЛАГа в Венгрии. Низкий поклон переводчикам, Министерству человеческого ресурса, Арпаду, который, несмотря на возраст, не спал целый месяц, редактировал эту книгу, сводил два перевода. Вы понимаете, каждый переводчик имеет свой стиль, а надо было сделать книгу в едином стиле. Книга имеет предисловие Арпада Голгоцы, которое выполнено в виде письма к другу. Письмо к Аязу Гилязову, и мы перевели и включили в русский вариант издания. В книге венгерской присутствуют карандашные зарисовки Арпада Голгоцы в лагере. Вот вы видели, когда Искандер выступал, эти портреты. Писал их Арпад Голгоцы 3 часа. Первый портрет Аяз Гилязов в ушанке, второй в костюме. Смысл этой композиции был в том, чтобы сказать: вот твое Аяз настоящее, хан Баты, а вот твое будущее, ты должен был быть вот в этом костюме, учиться в университете, а не работать здесь, в лагере. Аяз Гилязов, вы сами понимаете, в условиях лагеря делать рисунки, портреты, хранить, это было не совсем безопасно. Аяз Гилязов через больняшек передал эти рисунки, сохранила супруга Аяза Гилязова. В деревню постоянно приходили с обысками, семью Гилязова трясли, чтобы не приходили какие-то письма, весточки. Но Каяпа сохранила эти рисунки. И мы их вручили Арпаду, когда он прибыл в первый приезд. В квартире, вот вы видели сюжет в начале, когда мы включали в начале. Это, конечно, чудо спустя 60 лет держать живое свидетельство, почувствовать дыхание той эпохи. Я включила эти рисунки в первый том Аяз Гилязова, тогда я не знаю, кто такой Голгоца, не обратив внимания на эту запись, идентифицировали мы уже позже, когда Арпад мне стал рассказывать о своей жизни и о том, в каких отношениях они были. Таким образом, вот такая сухая, казалось бы, да, работа, она вернулась вот такими теплыми мгновениями, которые каждый дает вот обывателю, ученому, сыну. Вот почувствовать эту эпоху и биение сердец этих людей, которые нам оставили завет, наследство. Никогда, чтобы такие события в наших странах не происходили. А я забыл написано, эта книга интересна не только своим содержанием. Я, понимаете, да, поставил перед собой цель сделать татарскую литературу достоянием мира. И на примере этой книги убедилась, что у книги есть читатель. Уже после того, как книга вышла на 3 языках, а это случилось в течение 1 года, переиздание на татарском, издание на венгерском и на русском языке, я подготовила материал для японцев. Вы найдете здесь сотни портретов украинцев, заключенных здесь, бандеровцы. Здесь зеленые прибалтийские заключенные, грузины, венгры. С большим уважением Аяз Гилязов отзывается о японцах. Коллективный портрет китайцев. Он берет людей разных национальностей на изломе. И они проходят проверку на то, чтобы остаться людьми в условиях нечеловеческих. Перед написанием книги Аяз Гилязов отправился по местам своего заключения, вернулся в Караганду. Это было время, когда разваливался Союз,
И в нашей стране разразилась борьба за суверенитет. Гелязов был шокирован увиденным. На местах лагерей были построены рабочие поселки, и жители этих поселков знать не знали о том, какая страшная жизнь и земля под их домами и огородами. Когда он добрался до карьера, а добирался он мучительно, потому что ни один водитель автобуса, ни один водитель такси не мог вспомнить о существовании этого карьера. Вы посмотрите, как государство старательно почистило память об этих лагерях, а карагандинские лагеря — это целый комплекс. И Аязовый был потрясен, он нашел карьер, где они работали, в Актарском кирпичном заводе, поднялся и увидел, что на дне озера, и люди просто отдыхают, смеются на месте, где похоронены сотни заключенных. Их лишили даже могил. И тогда он обратился с могилой и дал себе слово, что люди, которые канули в вечность под номерами, в его книге обретут лица, имена. И как в поэме великого русского писателя «Мертвые души» крестьяне обретают и вечность благодаря своей мастеровитости. Вспомните этот прием. Гелязов воспользовался этим приемом. Когда мы были на 6-й презентации романа в Венгрии, я была потрясена тем, как тепло встретил этот роман «Венгерский народ». Люди вставали, они приходили на 3-ю уже презентацию, а я, татарка, да, недоверчивая. Я знаю, что люди любят хвалить друг другу навстречу. Я поехала убедиться, действительно моя эта книга интересна. Люди, независимо от уровня образования, вставали, читали любимые отрывки этой книги. И здесь произошло чудо. Шел 3-й час презентации. Арбат читал любимые отрывки, портреты заключенных. И здесь описание Лаюшта Мештерхазе, саксофониста. Я не нашла никаких сведений об этом человеке и написала. В комментариях к роману сведений нет. И вдруг вот так из зала раздался плач. Стоит мужчина лет 50. С волнением в голосе говорит: «Это мой отец». В зале была тишина. Вот вы представьте, если бы книга в 93-м году шагнула в мир, сколько было бы таких чудесных встреч. И я считаю, что эта книга не только памятник Аязу Гелязову, он себе при жизни поставил, это памятник всем, кто был в Караганде. Он всем вернул лица, имена. И в молитве говорит: я о каждом хотел сказать доброе слово. А Аязу Гелязову пришлось пережить за эти лагеря не только в лагере, но и потом. Была ревность. Успех, который пришел к нему уже в 80-е годы, ему долго не давали премию. Он мечтал получить Тукаевскую премию, выставлялся, вот Рената бы не даст соврать, 3-жды выставлялся. И один факт я только вам приведу, чтобы вы почувствовали характер Аяза Гелязова, вот такой бойцовский. Он хотел получить именно с 3 аршинами земли, где непокоренный кулак возвращается на родину и отказывается просить прощения у односельчан за то, что они разорили его, сделали с китайцем, когда он всего лишь мечтал стать хлеборобом на родной земле. Его герой не просит прощения. И поэтому литературная дискуссия вокруг этого образа сначала как пожар кипела на всех уровнях власти на территории Татарстана, потом перекинулась в Москву. Выходили статьи, встречи с современником не состоялись. Представляете, какие страсти вызвала эта книга? Журнал «Дружба народов» дал 2-е место. Аяз Гелязов мечтал получить высшую литературную премию своего народа именно с этой повестью. И как-то, когда он выставился в очередной раз, в правлении писателя ему сказали: «Аяз, да петухом можешь ты прокукарекать, но если ты будешь постоянно упорствовать и толкать эту повесть, ты никогда не получишь эту премию». Аяз Гелязов вернулся, написав повесть «Этэш Менганчи Тенген», «Петух взлетел на плетень». И тогда обкомская цензура уже стала чесать собственный затылок. Как можно с таким нелитературным названием выставляться на премию? Вот так он давал ответ на каждый удар судьбы. Вот это характер Аяза Гелязова. И воспользуюсь случаем, я хочу сказать огромное спасибо и низкий поклон Арпаду,
Архат сделал подарок Аязу Гилязову к 90-летию. Поделился воспоминаниями, прислал нам в Татарстан рассказ «Нишабу». И наши татарские писатели Наилиш Мухаметов подготовили литературный перевод на русский. И уже в день рождения Аязу Гилязова этот рассказ прозвучал на нашем татарстанском лагере. А Аркаи Зайдулла перевел на татарский язык. И на родном языке теперь рассказ об Аязе Гилязове прозвучал. Вот такой подарок, так, литературная эстафета памяти к нам откликнулась из Венгрии. А мы сегодня, нам откликается Москва. Спасибо всем, кто пришел, кто откликнулся. Мы надеемся, что молитва Аязе Гилязова, а это в жанре молитвы написанная книга, найдет отклик в каждом сердце. Каждый откроет свой пласт. Аязе Гилязов был поклонником Экзюпери, и его книги написаны по принципу айсберга. Каждый увидит свой слой, а татары увидят национальное блюдо губадья. Каждый почувствует свой слой, найдет свои любимые отрывки, да, почувствует и увидит, какие мы татары, какие у нас есть праздники, чем мы дышим, как мы держим удары судьбы. И надеюсь, мы когда-нибудь соберемся в Венгрии. Они в ноябре снова собирались, снова была презентация книги Аязе Гилязова. Поделимся впечатлениями. Сегодня мы пока только вам представляем книгу. Надеемся, что вы откроете. Аязе Гилязов всегда был любимцем Москвы. Здесь выходили его книги тысячными тиражами, потому что он первым получил вот эту премию. «При свете зарнит» сборник мы тоже переиздали к дню рождения Аязе Гилязова. Это сборник рассказов, за который он получил высшую литературную премию российскую имени Горького. Уважаемые коллеги, я просто хотел бы напомнить, что юбилей Аязе Гилязова пришелся на 17 января этого года, то есть буквально позавчера нашему отцу исполнилось бы 90 лет. И очень символично, что сегодняшнее наше мероприятие происходит в пятницу, в вечернее время. И одно из самых ярких произведений нашего отца – это произведение, которое называется «В пятницу вечером». То есть через два дня после 90-летия, в пятницу вечером, мы вспоминаем имя нашего отца и его книгу «В Москве. Музей истории Булавы». Сейчас мы читаем слово «Булава» в Венгрии. Рита будет переводить. Рита, да, давайте. Мы даем слово нашей подруге боевой, Йоланд Нотфингер. Говорите. Она будет выступать на венгерском, Рита будет говорить. Слышно нас? Да. Мы очень рады, что эта книга вышла именно в такой в очень знаменательный момент. В 1993 году Аязе Гилязов закончил роман на татарском языке, и именно в этот год появился, был создан наш фонд памяти жертв погибших в ГУЛАГе. Ее родители и отец, и мать были в сидре и в лагерях ГУЛАГа. Родители по отдельности попали ее в этот лагерь ГУЛАГ. Маму в 16 лет ее забрали, а отца в 19 лет. И в 1953 году они встретились в лагере, в таком переходном лагере во Львове. Пересыльный лагерь во Львове, но уже они возвращались домой. Полгода они вместе были в Львове, в этом пересыльном лагере.
1953. Novemberében tértek haza, és 1954. augusztus 53-го года они вернулись в Венгрию, и в августе 50, следующего года, 54-го, родилась Иоанна. Очень вас висок там, она не на гуляге, я как я. И я про себя обычно говорю, что я ребенок ГУЛАГа. Шукаю Дербасея, так на Дербасея, так он, так закрыла, закрыла. Что ставил там, взорвай наш. Родители до 90-х годов, пока не произошла смена строя, а вообще не говорили на эту тему. Они не имели права даже говорить на тему ГУЛАГа. Из этой дивизии. И в 1989 году особенно для себя так озвучивал, я особый ментор был такой фактор проблемы. А кинь твой первый полный, я не нашел. Хотя им нельзя было рассказывать о тех деяниях, которые были в ГУЛАГе, но связь между теми, кто вернулся из ГУЛАГа, естественно, внутри страны они очень даже сильно поддерживали. И надо быстрее водку, надо шоку будет, даже ценю очень лично там. Я очень рада, что я лично не была, так сказать, с лагерником или кто всегда была, лично знаю этих людей. Мы сейчас зайдем с Игорь там, опять же, у Муандеги, я там, это вот, и шмарю, надо он шок, хрюш, и шмарю, и не знаю, как это было, это было, я вообще. Да, и благодаря этому это дало мне осмысление в жизни, какую-то цель в жизни мне дала вот это сама, кто этот факт. И благодаря этому я узнала очень много героев, которые пережили ГУЛАГ. Mivel az emberek, minden ember más, ezért mindenki ezt másképp élte meg, és nagyon vannak olyan emberek, mint Árpád, aki tényleg egy példamutató életet mondhat magáinak, és tényleg én is emberek tanulok tőle, és úgy gondolom, hogy ez igaz, amit ő mond magáról, hogyha nincs a világ, akkor azt a sok-sok tehetséget, ami benne van, nem biztos, hogy ki tudta volna valami magáról. Арпад, который прошел героический путь. В нем раскрылись очень многие таланты. И не точно, если бы он не попал в ГУЛАГ, а прожил бы обычную жизнь. Возможно, эти таланты его бы никогда не раскрылись. Еще пару слов я хотел сказать о своем фонде. A honfitársainak, akik nem tudtak hazatérni, és meghaltak a szibériai fogságban. A nás pontból szorban célja, akazett pánit, szívesen, világa, akkori nyíven múl is a barát, más mint szakítsztini a gyűlgeztünk, akkori pagyibli, az szeleszti szajúzi. 1993-ban egy szobot állítottak Budapest legdelválisában. В 1953 году был поставлен памятник. Николай Майнан Кедестер, он достойный его опыташа, и это собор, это 3,5 метра может крест, это он az emléküket őrzi, és arra szolgál, aki nem tudja hozzátartozni az emberek számára, hogy legyen szigetét, akkor elősen nem szobor. Этот памятник представляет собой большой крест, размером 3,5 метра и поставлен он как памятник погибшим жертвам ГУЛАГа таким родственникам, таким людям, которые не знают, где похоронены их предки, отец, мать, но хотят как-то отметить свой память и дать цветы. Сюда Халка, сюда Шапан Лепин за студентом Майван, сюда Шамян Лепин за Литвен. После того, как умерли ее родители, папа в 1906 году, в 1996 году, мама в 2004 году. Папа, они назвали Анна Павл, Эзелишли, мой Эзелишли. И она взяла на себя руководство этим управлением, управление этим фондом. И что, формально, для Гемлики, для тебя, Сент-Пайда, Павл. Éveknek, és akkor nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ezt minél többen megismerjük a sorsokat, és minél tanulságosabb. Как вы знаете, 2016 год у нас был ГУЛАГ, в честь 60-летия 56 года,
Вот, и она сказала, что было очень много работы, очень много хороших рассказов, истории человеческих судеб. Мы, в общем-то, это все показали нашим зрителям. И после того, как я узнала, как благодаря современной технике нашли на воды. И за желание, чтобы это было впечатлено не действовать, чтобы это дошло до наших молодых. Все курилка зачула, уже не колеша, не колеша. Мадура видом дали, мадур на дом, мадур кабаре на дом. А то все пока зашло. И только сказать, что это нагрянда, и мадур сильно царитан, и шкат. Мадур шок, то не так уволку, мадур, и шутбой на воду. И эта книга нам подарила очень много друзей, подарила нам очень много встреч, провела нас через катарсис. И, в общем-то, мы очень рады, что эта книга появилась в нашем доме. Спасибо огромное. Спасибо. И мы вас всех ждем, и семью Белязовых, всю, и Белязовых, и всех желающих ждем вас к нам. Да, спасибо. Серия презентации у нас продолжается. Вот, пожалуйста, хотела бы с вами лично познакомиться. Спасибо. Книга выдержала сейчас уже 2 тиража. Сначала не 500 экземпляров выпустили, сейчас еще к лету уже... Следующие 500 выпущены и проданы. Сейчас уже заключили договор на электронную продажу книги. Мы очень благодарны. Да. Слово теперь Мансуру Гилязову. Мы родились после того, как отец вернулся из лагеря. Но лагерная история отца и эта книга, я думаю, является одной из линий нашей судьбы, моего старшего брата, и моего младшего брата. Мне сейчас 57 лет, и поэтому я могу это немножко анализировать, как проходило наше детство, как оно развивалось, как мы росли. Когда я в детстве писал сочинения и спрашивал у мамы, а как, где наши дедушки, она говорила, что они погибли на фронте. Они воевали. На самом деле было не так. Их тоже забирали, увозили. И никакой информации, мы даже не знаем, где их могилы. И поэтому вот эта атмосфера какой-то таинственности, недосказанности, я бы даже сказал, страха, она присутствовала в нашей семье многие годы. И это отразилось, я думаю, даже на нашем воспитании, то есть мы росли в формате сдержанности, скромности. Нас не воспитывали в бойцовском формате, потому что мама прекрасно понимала, что отца увезли куда-то, и он исчез в какой-то тюрьме. Потом она вышла замуж за молодого человека, который 5 лет просидел в лагерях. Она понимала, что у нее 3 сыновей, и их нельзя в этой стране растить, выращивать в бойцовском стиле, что они вырастут, их тоже могут забрать, и они могут бесследно исчезнуть. Это отразилось в определенном формате, я как сейчас это понимаю, анализирую, на нашем воспитании тоже. Шли годы, потихоньку мы начинали что-то узнавать, потом, я так понимаю, у отца все это бурлило, он не мог все это забыть. У нас часто собирались гости, известные писатели, режиссеры, артисты. Бывали очень гостеприимные, у нас был дом. Немножко выпивали коньяку, начинали говорить эмоционально. И отец нам с братом говорил, садитесь вот в этой комнате в углу на стулья.
и слушайте, и то, что вы услышите, вы не услышите больше нигде. И мы потихоньку, потихоньку, когда приближались 90-е годы, уже начинали слышать кое-что о существовании такой вещи, как сталинские лагеря. Вот. И очень интересная, безумно интересная история. Они, некоторые вошли в книгу, а некоторые не вошли. То есть о том, как питались китайцы, как питались немцы, что произошло после, как изменился режим после смерти Сталина и так далее. Мы уже немножко с моим старшим братом и с младшим начинали уже узнавать вот из этих посиделок, до написания книги даже уже мы кое-что знали. Я восхищен талантом и мозгами своего отца, который имел такую потрясающую память, фактологическую, атмосферную, духовную и историческую. Содержать в голове такое огромное количество материалов, это не каждая голова, не каждый мозг на это способен. Отец был действительно безумно талантливым человеком. Я думаю, что Роман был настолько искренним, что это для него было определенное освобождение. Он, наверное, не мог больше с этим материалом в голове ходить. Вот так развивалась наша судьба. Мы прочитали роман. И как бы, может быть, мы, наверное, подумали, что, ну, прочитали, все хорошо. И никто не мог предположить, что будет такое положение, что начнутся такие удивительные события, как появление Арпада, как появление венгерского консульства в нашей семье, издание книги, как сближение вообще венгерского мира с нами. То есть роман продолжает жить. Я думаю, что впереди нас ждут еще какие-то определенные события, связанные с этим романом. Если этот роман будет переведен на английский язык, я думаю, что найдутся еще и другие люди, которые скажут: это мой отец, это мой дядя, это мой дед и так далее. Где-то вот. С 76-го года, по сути дела, главным редактирующим произведение прозы Казанутларе, потом будучи директором Таткнигоиздата и даже будучи когда председателем Союза писателей, вот когда я работал, он завершал этот роман, мы много советовались. Но я прежде всего об Аязе Гилязове хочу сказать. Вот сыновья о нем так не могут рассказать, потому что это был принципиальнейший человек. Неправду при нем говорить невозможно было. Он был резок, если ты начинаешь там крутить, вертеть или непорядочно поступать. Но в то же время удивительно тонкой души человек. Вот сидят его сыновья, я очень часто вспоминаю. Мы в районы выезжали, во все районы, наверное, мы с ним выезжали. Я очень любил вот в одной группе с Аязом Гилязовым и Мухаметом Магдеевым, Ильдаром Юзеевым выезжать в районы. Это удивительно богатые, разносторонние, разные писатели и поэты, но просто уникальнейшие люди. Вот помню, Аяз Гилязов всегда... в застольях, и потом после встречи с писателями концерты проводили по просьбе Аяза Гилязова или и без просьбы исполняли песню. Вот об этом известно ли вам? Улуюлнул Тузана. Это пыль большой дороги. Улуюлнул Тузана, курми калдым тузганан. Курми халдам, бльми халдам, яшгумрну узганам. По сути дела, мы тогда не задумывались, почему после, как начинают эту песню исполнять, у него слезы катятся. Такой смелый, такой крепкий мужчина, как специально.
Вот начнется эта песня, он плачет, тихо плачет. И потом в конце уже минут пять он еще это переживает. И всегда вот говорил, я забыл, почему плачешь? Ну, не надо так. Он говорит, Ренат, Симбит-Бен, ты не знаешь ничего. Как будто, ну хотя мы биографии его хорошо знали. Уже 90-е годы я даже документами их ссылки был знаком, потому что готовил роман о Султангалиеве. А я с Гилязов потом настолько трудолюбивый был, настолько трудолюбивый. Наверное, больше него в те годы никто не трудился. И письма писал. Вот даже у меня есть десятки его писем, написанные. Ну, обычно пишем мы сколько? 3-4 строчки, правильно? А письма я за Гилязова, это на машинке, страниц минимум 4-5, а то и до 10 доходят. Вы уже опубликовали эти письма. Ну, не знаю, то, что мне он писал, опубликовали ли вы. Обзор современной литературы. Да, потому что я знал, что он копию оставлял. Ну, удивительно, любил жизнь, неравнодушным, не оставлял никого. Был влюблен в жизнь, в людей, в литературу. И женский пол очень ценил, ну, душою. Но удивительная у него жена была, Накьяпа. Я вот со всеми татарскими писателями, уж будучи председателем, общался. Ну, наверное, не было другой писательской жены, как Накьяпа. Она как, ну, даже до написания, мне кажется, она уже переживала. Хотя Аяз Гилязов был такой писатель, пока не поставит последнюю точку, он никому не давал читать. Никому не давал читать. И он говорил, Ренат, никогда не рассказывай, пока не написал. И говорил, вот о чем ты пишешь? Всегда так спрашивает у писателя, о чем ты сегодня пишешь? И говорит, никогда не рассказывай. Если расскажешь, это уже не первый источник будет твое произведение. Два раза, когда рассказываешь, те эмоции, те чувства уже цену теряют. Они обесцениваются, и писатель это не может полностью довести. Вот обратите внимание, то, что, о чем он говорил. Это, между прочим, многие писатели, крупнейшие и русские, и представители других стран, оказывается, об этом говорили. Аяз Гилязов, все-таки он был школа татарской литературы, он возглавлял приемную комиссию Союза писателей. В те годы вот не было вот той шелухи в литературе, которая сегодня развелась настолько. Сегодня, представляете, вот иногда приходят, ну, извините за выражение, любой шизофреник, сейчас писатель или поэт, и любой человек может издать книгу. Это просто сейчас в руки некоторые книги брать страшно. Просто удивительно. Аяз Гилязов был очень требователен не только себе, а каждому молодому человеку, каждому молодому поэту. Был вообще-то уникальный человек. И он очень любил иногда, когда мы куда-то выезжали, вот на лоне природы, где-то любили остановиться и посидеть немного, мужской компании поговорить. И он, когда немного нам становилось уже потеплее и повеселее, он всегда почему-то повторял. Эх, Ренат Софиевич Булархайда Хазар, мы сидим, Гарри Фахунов, Амирхан Янки, Багдеев, он. И я тогда думал, ну, просто издевается, просто шутить. С ровесниками же нельзя этого делать. Я сейчас это понимаю, о чем он говорил. Он хотел быть молодым и остался молодым, таким же энергичным, потому что любил жизнь.
что это удивительный был человек. Писатели из этих регионов оставили высокохудожественные книги, поэтому он был соавтором этих книг. Вот мы назвали Якуба Замкиева. 98 писем сохранилось, и все черновики этого романа. Потому что Якуб Замкиев был сельским учителем. Он мог... Извините, пожалуйста, дорогие москвичи и гости столицы. Да. К сожалению, Арпад уже устал. Да, видно. Ему далеко ехать, уже темно. Поэтому мы были рады вас видеть и слышать. Мы вас всех ждем в Будапеште, мы вас всех очень любим. Гостезный Ратабас. Рахмецис, давайте поаплодируем Арпаду. Спасибо, Арпад. И до встречи, мы надеемся, в сентябре. И третий раз в Казани вас ждем. До свидания всем. Желаю вам хорошо. Спасибо. Спасибо, Рита Арпад. Спасибо. Всем спасибо. Вот, значит, Якуб Замкиев, сибирские татары. Потом мне хочется назвать имя Ибрагима Салахова. Сколько книг отредактировал. Казахстанские татары оказались сейчас увековечены в татарской литературе. Вот он был такой, Гиляза. И в то же время, вы знаете, да, вы найдете в его архивах 10-страничные рецензии на рассказы учеников школ. Увидит искру таланта, хотел выучить. Сколько молодых писателей посетили их дом, вот они, живые свидетели. Такой широкой души был человек, любым своим знанием, любой своей книгой. Он возил книги, ведь он постоянно был в Переделкино, постоянно торчал в Москве, постоянно ездил на слеты драматургические в Прибалтику. Книги, которые печатались в то время на печатных машинах, попадали в Казань. Он делился, обсуждал. Он генерировал жизнь Казани. Каждая его книга в прозе или драматургии нет повторяющихся жанровых форм. Жанр маленького романа привел Аяз Гилязов. «Урталыкта» в 40 лет написал. Постоянные эксперименты в прозе, драматургии, публицистике, эпистолярные, дневники, письма, как жанр вошли в литературу. Не боялся острых тем. Представьте, в 70-е годы он вызвал целую бурю скандала. Он написал девичьи письма. Первый эпизод проблемный. Разговаривать с молодежью. Ситуация изнасилования. Вы просто представьте, в советской литературе начать книгу. Девичьи письма. Или «Кузья-Кузь». Вдруг советские тут комсомольцы бандитские налеты делают на железнодорожные вагоны. Гилязова клеймили, вызывали на ковер. Но он читал, кто как не он поднимет общество и заговорит на такие сложные проблемы. Он был принципиальным во всем и думал о том, какое поколение придет в будущем. Сейчас на сцену Камалского театра вышла его повесть «Этеш Минген Шитенге». Он всегда пел славу татарскому народу. А вот в этой повести он сразу же выступил на телевидении, на радио, чтобы татарский народ не обижался. Он правильно, справедливо поставил диагноз тому нравственному оскудению, которое наступает уже в 80-е годы, и обращается к нам с кличем «Не превращать нашу жизнь в толкила». Вы знаете, что наш древний календарь, он был звериный, да? И считал, что год вот петуха, да, толкила, он, с одной стороны, год предельной сытости максимальный, но в то же время год, когда люди забывают о братских чувствах и превращают свои отношения в войну. Вот он постоянно, вот, понимаете, каждая книга – это нравственный посыл. Не забывать узы родства, не забывать, где родина. И помнить, что еще три аршина земли, быть похороненным на родной земле, надо заслужить не только тем, что ты родился на этой земле, ты должен трудиться на этой земле, сделать все, чтобы эта земля превратилась в райское место. Вот таким был Аяз Гилязов.